проходит. Закрой. Красавчик. Сейчас рядом Чечни. Просто такое опасное, поэтому без оружия что-то ходить нельзя. Потому что раз-два там, мы же по опасному боевику за каждым, ну, могут быть. Вот, поэтому приходится ходить, так сказать, с местным оружием самообороны. Пистолет ТТ 43-го года. В горах можно найти много интересного оружия, но мне это интересно, потому что мой дед воевал. Возможно, у него был такой. Нет. Вот отверстия, пулевые отверстия. 7,62 пробило? Да, да, это вам пули, которые от боевиков. Это когда боевики обстреливали. Вон наверху тоже. А в ту сторону они с гранатомета ударили вон. Те места. Где? Это который РПГ гранатомет? Ну да, вот он, ручной, противотанковый.